Жители Твери уже успели полюбить супермаркеты сети «Светофор». Хороший ассортимент товара плюс очень демократичные цены. Это главные плюсы торговых точек, работающих под этой маркой. Теперь все стало еще более доступно для горожан. Ведь очередной магазин открылся в одном из самых оживленных мест – на улице Коминтерна. По оценкам аналитиков, 30% покупателей в России стали чаще, чем до пандемии, искать в супермаркетах товары со скидками. В частности, доля покупок премиум-класса сократилась в мае с 35,5% до 34,4%. Приблизительно на тот же 1% увеличились продажи в низком ценовом сегменте. Вполне логично, что люди все чаще делают выбор в пользу дискаунтеров, например, таких как «Светофор». Такую цену мы можем держать по нескольким причинам. Во-первых, у нас низкая наценка, в отличие от других магазинов. И второе, мы работаем со всеми поставщиками и предпринимателями напрямую. Неудивительно, что популярность супермаркета эконом-класса завоевывают с первого дня своей работы. Как, например, этот «Светофор», открывшийся на улице Коминтерна. Давно ставший популярный как у бизнесменов, ведущих оптово-розничную торговлю, так и у покупателей. Ведь рядом автовокзал, Волоколамский проспект. Люди отмечают, что магазин дискаунтера они в этом месте ждали давно. Рядом с домом хорошо открыли, а то далеко было ездить. Все отлично. Что можно сказать по поводу ассортимента и цен? Ну, цены вообще приемлемые. Очень хорошие цены. Все устраивает. Хорошо, что открыли здесь рядом. Удобно, потому что здесь как бы зашел, все можно купить. Так, продукты дешевые. И вроде ничего так. Колбаса вкусная, нравится, тоже здесь нормально бывает. Мясо дешевое здесь. Ну, выбор большой. Если будет разнообразие магазинов и будет совершенно другой ассортимент, то будет намного интереснее. По данным аналитиков, две трети покупателей отмечают, что на фоне кризиса они стали намного внимательнее следить за стоимостью товаров. А значит, супермаркеты-дискаунтеры, такие как «Светофор», будут пользоваться повышенной популярностью.